Всем привет, доброе утро. У папы у нашего день рождения. Да, где наш папа? Вот он. Да. Старый стал сразу. Да. Показывай, что тут у папы. Вот столько ему исполнилось, да? Мы завтракаем, сейчас будем резать тортик. Обещала вам показать. Я вчера вечером приехала, его оформила. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит торт. Ходи. Че, папуля, как? На вид? Очень красиво. Сейчас будем резать. Вот, в общем, малинка ей. Вот так, золотом немножко и шоколадиком. Еще и золотом даже? Да. Железное золото. Вот это от нас с Ромой тебе подарочек. Рома помогал мне, делал. Да. Активно. Это торт сделан своими руками. Ого. Так. Ну, молодец. Должен быть вкусный, по-любому. Да. Разрезаем. Так. Будем туда свечи ставить? Ну нет, не будем. Просто тортик. Мы же папе сильно не празднуем. Так, чуть-чуть. Свечи же это место много занимают. Ой. Малинка. 40 свечей, это сильно много. Куда? Вон все малина попадала. Давай. От этого им. Папулька, давай свою тарелочку. Почему нет? Вот он, первый кусочек. А? Помоги мне. Только можешь? Да. То я телефон держу. Так, вот тут еще две малинки твои упали с краю. Вот, смотрите. Кому интересно, в разрезе тортик. Вот так ну, вот он выглядит. Ты? Я хочу. Что, папа, скажи, как? Да. Вкусный. Вкусный? Очень вкусный. Вот разрез. Я вообще люблю заварнушки. Угу. Ну, Роман, давай, оцени. Давай. Ну, ты не маловат кусок взял? Давай, прожуй. И скажи, как. Уже, да? Что, средненькое или что? Или нормально? Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Ну, спасибо, сыночка. Тебе, что ты мне помогал. Молодец. В общем, я тоже буду пробовать. Дари папульке подарочек. Да не надо доставать, отдай ему, он сам достанет аккуратно. Папа, это тебе от Ромы подарок. Сам сделал своими спасибо, руками. Спасибо, Рома. Ой, какой открывай. Ну, покажите нам тоже. Мы тоже хотим видеть, что там Рома сделал. Вот так. Вообще какой. Ну, как тебе такой подарок, пап? Вообще красиво. Вот так ложишь его? Положи. Да, вот так ложишь. Вот подарочек вот так. И потом. Опа! Лучшему папе. Давай пусики сразу. Конфетка такое. Как тебе? Хороший сделал, молодец. Давай его сюда, не этот, ты уже понес. Положи самолет его на память. А? Самолет потом из него сделаем. Не надо его из него самолет делать, оставь на память, вы что? Молодец, сам. Чуть-чуть его взять. Хочется там взять, ну возьми. Давай, папа, следующий подарочек тебе. Держи. Спасибо. А что там? А вот догадаемся сейчас. Давай. Ромка не знает даже вообще. Никто не знает, кроме мамы. Пропустил. Нет, он видел, как запаковывала? Видел, он не знает, что это такое. Вот ножик лежит. Можешь рвать, пап. Потому что... Рви. Может, бумагу не экономим? А? Что ж так много-то? Ну, последняя была, просто я ее всю туда...
А что ее обрезать уже толку? Там последний кусочек. Ну, так, есть такое? У тебя предположение, что это может быть? Вообще без понятия. Серьезно? Что за секрет? Что-то там я теперь вижу. Что-то вижу, а так и не понял. Ну, вот. Все, понял теперь, да. Да? Понял? Вон там, смотри, аккуратно открывай, ну, вот да, с этой стороны. Будешь это или нет, ну? Будешь. Что это? А? Впереди там где-то посмотри, да. На липучке? Ой, я даже сама еще не видела. Но должно быть очень даже хорошее. Ой-ой. Сумка. А что за сумка? Сумка открывается. Сумка превращается. Открывается. И... О! Еще что-то тут. Видали какой? С фонариком сразу. Электромобиль. Сам почти будет ездить. А что там внутри? В сумочке? Не знаю, сейчас посмотрю. Зарядка какая-то или что? Наверное, что-то такое, да. Что-то там коробочка еще какая-то. Ничего себе. Легкие? Да, очень легко. Подожди, я отстегну. Да, пристегивается. Чё, Стой. Ром. Зачем? Нет, хочешь вылазить. Ты чё, откуда? Там бумажки какие-то. В общем, очень надо инструкцию сначала почитать. Как его? Да, как использовать. И еще какая-то. А, на этот делаешь... На велосипед. Надеваешь на руль. Типа пульта или что? Пульт. Включать каску. Ну, светом, видать, управлять там. Ну... Никому не нужны эти понты, ну, что сделаешь? Либо ты с ней. Что это там? Что там? Ну. Прикольно, да? Прикольно. Да нет. Подожди, Ром. Ром, подожди. А как она зацепляется? Куда? Там, может, шнурок какой-то или что? Ну, разберетесь. А, вот тут шлем. Или она не на руль, на шлем? О, Ромка уже что-то взял. Смотри. Роман. Он уже пошел. А, вот тут она. Это папе надо. Вот. Нет, не то тоже. Зарядка, да? Или что? Это провод зарядки, да. А я понял, ну, что когда... это... Дай я посмотрю. На велосипед нацеплять. Где же надо ложка? Вот инструкции же. Нет, вот этого вот. А. В общем, шлем. Ну да, нормально, нет. Какой, не сильно тяжелый, ничего. Ну, внутри все вроде красиво сделано. Оно светится, включить? Нет. Я не хочу на мой велосипед это нацепить. Ну, конечно. Когда у тебя будет день рождения, тогда тебе подарим. А, сейчас вот у папы. Насколько? Посмотрим. Должна была быть... А, вот же она, я ее не вижу, она черная, резинка. Блин, а. Где же она, как же это? Вот она, резинка, за эти крючки цепляешь. Да, Ром, ну да. Вот так. Ну, к рулю, короче, как звонок. Ты хочешь себе такую каску тоже, что ли? Да. Будет у тебя день рождения, я тебе тоже подарю. Мы подарим тоже. Издеваешься? В смысле издеваешься? Долго ждать теперь сильно, что ли? Там... Долго ждать теперь, что ли? Без каски ходить в светящейся? Это что такое? Да? Так, так это для каски же. Чтобы свет на каске включать и не включать. Это пульт для каски. Только вот тут вот этот свет включай. Давай, включай. Нет, включай. Это... Надо заряжать, наверное. Вон, а что желтое за этот там наклеечка? SOS. СОС. Включился космический аппарат.
Впереди свет. Сзади светит. Поняли? И теперь щелкай. Да, Ром, нужно. Будешь ездить, папка? Да. Будем ездить. Ночью особенно хорошо это. Безопасность. Он и хотел, и не хотел, говорит. Ну, не знаю, нужна ли она мне. Не нужна. А я решила, что нужна. Каску надо было. Уже давно я хотел. Ну, вот теперь она у тебя есть. Я надеюсь, она тебе подойдет по размеру. Это была самая большая, которая там была. Для взрослых. Самая большая была? Ну, для взрослых я имею в виду. Что там были и детские такие. Ну, ты жрался, не скажи, черепушку. Да при чем тут каску это? Каску не подберешь. Нормально. Хорошо тебе. Видишь, какая? Он сидит, как она даже слетать не может. Ну, видишь, какая? Можно даже кубарем. Да не болтай, я сплюню, не дай бог. Тут. Красавчик. Ну, когда я подключаю, поморгаю светом. Почему она моргает? Папа. Не зарядить, но в общем, там батарейка внутри. Все нужно. Он еще разбирается с батарейками, он все никак не батарейку поменял на этом пульте для пульту. Как правильно-то, господи. Пульта я знаю. Дрюкалка, да. В общем, меняет батарейку. Ты потерял батарейки. Ой, эти болтики. Это не я. Стоишь, ты понимаешь, теряешь мои болтики. Это не я. Не ты был это? Давай, Ромаш, иди это сюда. Это его тень. Иди. Вот замигал. Все. Нет, денег. Спасибо. Это тебе от сыновей. Подарочек. Стой, поцелуй это, папу. Будем сотреть. Кверх ногами, папа. Вот так? Да, вот так открывай. Вот так. Давидка у нас все равно не снимается, он на работе. Он еще и не видел. Сейчас вовремя принесли подарок. Посмотри. Ранки все хочется, да, сразу? Мне не дают. Как не дают? Дают все. Эй! Рома. Все дают. Вон, смотрите, я даже свой пультик от шлема сразу дал. На. Что, покажешь, может, нам? Да. Смотрите. Он отсвечивает все. Надо положить. А ты увидел, что там написано? Да, видел. Прокомментируйте. Рома, Давид и папа. Положи вот сюда, я посниму. Посмотрю. Ой. Вот так. Рома, отойди, там ты отсвечиваешься. Вот видите, рука папы. Тут получается... Давид старшая, получается, рука, как побольше чуть-чуть, и чуть поменьше, так он отражается там, и ты, и Рома, Роман, такой вот, в общем, брелочек, хорошенький. Пап, тебе понравился? Да. Это тебе на ключи, на, повешай, будет у тебя, твои пацаны. Эй! Подарили тебе. Так сказать. Я даже на брелок один, я не знаю, сколько лет было. В садике он делал, да? На бусинках. Садик был. Да, он очень долгий был у тебя. Лет 12, потом разорвал громко его. Так, и еще последний, ну не последний, заключительный подарочек от нас. На, еще один будет подарок. Мы с ним договорились, что он сам выберет его и купит. Потому что мы его не нашли. Так, не отговаривайся, вот сейчас. Подарков уже много, поэтому можно от того и отказаться. Началось. Вот так всегда. Ром, не звени. Не звени. Буква Ж. Давай. Это с этого сняли? 100 лет. МЖ. Ой, это что у нас тут? Ай. Здоровенный какой. Как этот?
так. Как кнопочку нам нажать? Браслет? Да. Помочь? Положи его на стол, так не видно. Все, пришел. Красота. Ты как сорока, Ромка, у нас. Одно бросил, другое схватил. Красота? Отдай папе. Папе. Роман, папа померяет, дай. Как да, раз ему или нет? Сначала. Нравится папте? Да. Здесь будет как раз. Да вроде, я да? Хочу. Большеватый? А? Нет. Нормально? Нет. Ромка, отойди-ка. Покажи. Ну все, на этом подарки закончились. Ну такой браслетик. Где там Жо? Покажи. Что ты там показывал нам? Жо. Вот. Там какая-то застежка, да, еще не это. Необычная какая-то. Нет, необычная. Обычная? Я просто такой не видела. Это Жо браслет. Папа, а ты поедешь сегодня на работу? Да. На велосипеде только, окей? Окей. На велосипеде поедем. Вот. Мама еще подарила папе Саше подарок. Мама папе подарила. Да. Конфетки еще там какие-то. Его надо ножиком. А, тут вот открыто. Еще что-то там лежит, да? Да. Денежный. Лежит. 100 рублей. 100 рублей. Еврейский. Рома, деньги. Рома, все. А зачем ты конфеты открываешь, Саш? Ромка, будешь конфетку? Ромке нам конфетку. Может, я передарила бы кому-нибудь. Она уже открыта, и нечего передаривать. Конфеты не передаривают. Конфеты передаривают, только так. Да. Мне часто дарят, я их потом кому-нибудь положу, они лежат, и кому-нибудь подарю. Но если вы их не найдете, конечно. Ну, Ромка, дай я сниму, господи. Вау, какие конфеты! Какие красивые на вид, да? Вообще. Ну да, на вид красиво. Но это вкусные конфеты, Лин. Это самые дорогие. Или самые знаменитые, правильно сказать. Да, самые дорогие, конечно, они недорогие, но... Они недорогие? Нет, ну они дорогие, но не самые дорогие, которые есть. Они горькие. Не горькие, они вкусные. Ну не лапай все конфеты подряд, пожалуйста. Ну... Все. Почему они горькие? Они не горькие. Очень. Саша, смотрите, сколько ключей. В общем, тут такие связки, вон там еще ключи висят. Вон один еще есть. Это что? А, это Давид с Ромой. Такая уже цвевшая фотография Рома. Обтертые все. Ключей целая связка. Теперь он хочет перевешать на этот брелочек. Все. Это вот так подвал. Ужас. А это все рабочее. А, это вот от дома и рабочий. На велосипеде едешь по почкам. Они как колокольчик. Нет, сразу знаете, что едешь, отходит. Звонок даже не надо входит. Вот тут писать. Вот так. Я тут боюсь, что вот из-за этой штуки летит когда-нибудь у меня ключи тянутся. Поэтому взял карабин, а карабин неудобный. Они тебя не бьют, когда ты едешь? Да нет, я же вот так лежишь, получается, они вот тут висят. Когда трясутся, звенят, все слышат сразу на расстоянии. В общем, Сашу отвезли на работу. Сегодня в планах погулять немножко. Начала переделывать маникюр, вернее, сняла только. Торт? Нет, не торт. В общем, до того, как отвезти Сашу, я сняла маникюр, потом отвезли, вот мы Сашу с Ромой сейчас приехали, и я быстро сейчас хочу сготовить суп с фрикадельками. Хочешь суп? Да? Ромин любимый. Сварим супчик, давно у нас не было. И
Потом пойду дальше делать маникюр. Ну, а дальше я к вам подключусь. Расскажу, что почем и что хотим делать. Вот так вот. Роман смотрит Куба Кота. 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 Куба Кота. Кот Куба Кот, да? Угу. Ну, вот так вот. Так что... Занимайся. Еще один кубокот в Ютубе такой дурной. Да? Да, разговаривает из мультика с людьми. Да? Или зверями, да, из мультика. Так. Понятно. В общем, буду суп варить. Суп я сварила, уже порядком времени прошло. Сейчас буду кормить своих. Я занималась накатками, уже сделала акрил сверху, сейчас будет суп. Ромка с бабушкой будут кушать. Значит. Да, вот такой вот супчик получился. Я туда макарошки вот такие закидываю. Если будет, то 3 часа выпускать. Да, делала я маникюр. Делала вот, вот этим новым цветом, который я вчера купила в ДМ. Кому интересно, вот смотрите. Вот такой вот цвет получился. Хотела сначала... красный, ну, потом решила вот такой, надо еще маслицем смазать котику, такие вот коротенькие ноготки сделала, красиво, мне нравятся такие цвета, которые не надо заморачиваться долго, раз-раз их на один слой намазал и красиво получается. Все, доделала, пойду обедать, все уже пообедали, я еще нет. Я пока делала маникюр, принесли нам посылку, в общем, выписали маме куртку. Давно как-то я ей искала, она хотела куртку себе. Потом я ей скинула ссылку, показала, она все искала, искала в магазинах. Потом все-таки решила, что нет, давай эту выпишем, которую я ей скидывала. Ну и вот, быстро пришла, очень дня два, наверное, я как заказала. Да, два дня. Заказала на сайте, как он там называется, Bonprix. Только что принесли. Нет, сейчас будем распаковывать с вами. Посмотрим, что маме понравится, она не понравится. Если не понравится, назад отправим. В общем, будем мерить примерку для мамы. Мам, помогай, открывай. Вверх поднимайте. Я одной рукой не могу просто. Вверх ее просто надо поднять. Вот так, да. Давай. Эту вытащить, как она там аккуратно расклеивай. О, уже кто-то заклеивал. Расклеивай. Не рвать. Расклеивать. Так, надо этот. Она настолько сильно, да, наверное, надо ножницами аккуратно разрезать. Ножницы надо взять. Так, вытащили. Мам, сейчас. Посмотрит, будет как раз, нет, ну я думаю, должна быть как раз такая длинная. По нашим меркам это зимняя, по ихним я не знаю. Ну хотя она женщина горячая у нас, она может и зимой ее в принципе носить, и всегда жарко. Аккуратно, мам. Так, поняла как? Двойная собачка. Двойная собачка, это вообще классно, да, что она снизу там поднялась, и тебе жарко этот, чтобы не застегивать до конца. Я вот тоже свою с этим и искала. Чё? Тёплая? Еще и для наушников там что-то есть внутри. Супер бабушка будет. Рутышка, будешь ходить там в женарке своей. Ну-ка, покрутись. Дальше, дальше, дальше. Странно выглядит, конечно, с голыми ногами в куртке. Расстегни чуть-чуть вот тут. Так хорошо, а если тебе комфортно, да. Одень капюшон. Ну, капюшон, конечно, он у тебя большой. Там вот эти тоже можешь снять. Там, по-моему, затягивается. Да, в принципе, сними капюшон, некрасиво с капюшоном. Так, в принципе, нормально. Ну и затягивается, да, везде, что и этот. Да. Ну, она так теплая. Для нашей зимы она даже очень теплая, а для вашей
Ну, ну тебе и пойдет. Пойдет. Мне и зимой, и весной можно ходить. А, наушники можно просунуть. Вот тут их, что-то там. Карман внутренний. В общем, сверху, снизу все это закручивается, открывается. Расстегивается тоже, можно расстегнуть на кнопках. И запасные клепки. В общем, спиной повернись, я посмотрю. Да, хорошая, мне кажется, хорошо. Тебе нравится она? Да. Только вот, вот эти вот... Это убрать можно. Ее не обязательно убрать, ее просто сними их, да и все. Ну, если тех холодно, когда можешь так сделать. Mm-hmm. Просто ее туда как рукав сделать. Вот, в общем, нормальная. Да, я покажу, какая это. Вот марка. Где стоит. Mm-hmm. Подожди, Роман. Куртка стоила... Кому интересно, 89.99, ну и плюс доставка там 5.99. В общем, 95 она где-то стоила. Нормально. Вот так. Ну, у нас приблизительно столько же они стоят. Ну, хорошая куртка. И по качеству хорошая. И на тебе она нормально, закутаешься и пошла. Вот так. Лет на 10 хватит. Так, я помнишь, тогда куртку у тебя брала? Спортивную, черную, коротенькую. Да. Я до сих пор в ней хожу, она как новая. Ну. А у тебя еще и ты белую брала какой-то в плащ? Белая она. Полиняла? Китаёза, есть китаёза. Она внутри стала. Ну, это ты в таку брала. Угу. Вот, качество. Ну, все равно я проходила в ней в 3 или 4 года. Ну, она и стоила дешево совсем. Да, она... То ли 50, то ли 70 стоила. Ну, нет, 70 она не стоила. Точно. Нет. Но она дешевая была совсем. В общем, довольна мама. Куртку себе взяла. Все, кому нужна ссылка, можете спросить, если найду. Поделюсь, если нет, то нет. А, да. Точно, у меня тоже есть. В общем, если кому-то нужна, спрашивайте. Играет маэстрить. Че это вы? Затеяли тут. Пойдем. Вышли мы на улицу, поделали дела, все доделали. Теперь едем. Я познакомлю Вуди с тобой. Едем к друзьям нашим. Мы вчера к ним ездили, но сегодня вот Роман настоял. Едем еще раз. Сегодня бабушка с нами. Вчера бабушка с нами не ездила. Сегодня будь здоров. Сегодня едем полным составом. Мы приехали. Идем за мороженым. Бабушек оставили с детьми. Идем, купим мороженое. Детям мороженое, себе кофе. Или наоборот, сейчас посмотрим. Кофе себе мороженое. Но. Мороженое набрали. Ой, мороженое, смотрите, что набрали. Он был в шоке. У мильшейков. Где Карина? Где Карина? Вот она. Видите? Красотка моя. Набрали. И идем. Опа. Чего, вкусно, Ромка? Да? Ты уже весь мокрый. Потихонечку. Клубничная. Холодная. Вкусно тебе? Не, жалко вам. Или нет? Я тебе взяла мясо, такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Соколова. Свинтус. Я сама на кого-то говорила. Добро пожаловать в клуб. Да, я все. Это мильшейк. Все, молочного коктейля напились. Идем гулять. Посидели, поболтали, прогуляемся. Сейчас немножко дети на площадке побегают. Мы идем гуляем посреди города. Нашли лес. Идем прогуливаемся. Мамульки наши сзади идут. Мы посередине, а пацаны впереди. Их можно снимать? Забыла с вами попрощаться. Мы уже давно приехали домой. Сейчас еду за Сашей, Сашу забирать с работы. На сегодня мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в следующем видео. Всем пока.